Попытка установления нового рекорда мира. Желаем ей удачи. Ой, смотри, как делали. Первый раз. Ну, кадр будет хороший. Она не сильно и расстроилась, пощупала вес, да? То есть он, ну, в принципе, в вот голове... Ты, смотри, вот просто вес. Я по своим ощущениям могу тебе четко сказать, что насколько у нее, в принципе, физической силы еще хватало, чтобы упасть на колени и штангу еще держать над головой. На самом деле, это говорит о том, что запас физический у нее очень хороший. Вот только, единственное, она бьет себя, да, по голове. Это говорит о том, что она совершила вот эту небольшую техническую ошибку, свалившись немножко на мысочке. Да, да, да. В нижней точке, ну, конечно, нужно и было... И все, вот здесь держать. Я ни разу не видел, чтобы спортсмен мог так держать. Она еще вернуться хотела, наверное. Да. В исходное положение и встать, это, конечно... Но в любом случае, мы поздравляем. Это очень красивый, во-первых, подход. Да, да, да. И некоторые судьи засчитали. Молодец, молодец, действительно. Итоги рывка на ваших...